Ой! Мама, я в Ютубе! Под 500 лайкутас. Вы блогер, да? Нет. Я подарю тебе сердечко. Я не знаю, я не знаю песни. Опа, кто так же сможет? Вы что, так целый день ходите, вам так в кайф? Мы сезон начинаем катание. Здорово! Иду блюю, короче. Если наберет под это видео 100 тысяч лайков, я его ударю в лицо камнем. У меня слезы текут, я блюю. Мне самому 16 лет. 16? У тебя был уже первый раз? Да, назад. Не вперед, блядь, назад. Во, во. Тут у него было два раза с собаками. Вот если бы я бы не чпокнул его маму 13 лет назад, он бы не родился. Да, он, блядь. Я крутой. Меня зовут Никита. Его лишили детства. Да? Да. Мы сняли два охренительных влога, а я их даже не планировал. Короче, мы хотим снимать влоги, заебись на отъебись. Да. Новая рубрика. Новый Саня, рубрик. научи меня этому великому искусству. Я тебя искусству. Научу. Я готов. Но надо учиться. Я готов, мастер. Готов? Мастер мой, блядь, мучи меня. Чему ты хочешь научиться? Я хочу научиться делать влоги, заебись на отъебись. Это великая русско-китайская технология. Китайцы с русскими совместились. И понял. Не думали этого, я тебя буду обучать. Я согласен. Это очень простое искусство. Надо просто надъебись делать, но заебись. Я готов, блядь. Я готов, блядь. Что мне сделать, да? Надо учиться. Давай будем учиться сидеть. Молодец, дай 5. Дай другой лапой 5. Лежать. Чё? Лежать. Сидеть. Ты охуел? Сидеть! Мастер, у меня не получается. Попробую я. Так как я мастер, у меня должно получиться. Ёши, сидеть. Молодец. Дай... Я себе. Дай другой 5. Лежать. Вот чтобы лежать научить, лежать. Это надо, я не знаю, какие силы иметь. Лежать. Молодец, мой сладкий песик. Мы только что поделили превьюху пополам, чтобы залить себе в Инстаграм. Даже сейчас в рифу сказал. Это великое искусство, за***бись на отъебись. Вот эту часть Валерка себе берет в Инстаграм, бам. А вот эту я беру в Инстаграм. Да, а чтобы было еще и лучше, ты подпишись на наш Инстаграм, и у тебя тоже все будет за***бись на отъебись. Сейчас интегрировали свой Инстаграм в эту хуйню. Превьюху, которую мы поделили пополам. Как это за***ь? На отъебись. Вот я про нее говорю. Вы сколько зайцев убили? Раз, два, три, четыре. Знаешь как? Раз фотография, два фотографии. А, подожди, больше. И мы это заливаем все в 2 Инстаграма, уже 4 действия. Плюс на нас подписываются, это 5. Это пи***. И 6-е мы превьюху сделали. Это мой канал. Это заебись. Форма, на отъебись. Из одной хуйни сделали... Да я хуйня. Это хуйня, хуйни. Поделили превьюху пополам и залили в Инстаграм. Охуеть просто. Еще и на канал. В шоке мой анал. Я даже захотел дунуть в жопу, блять, ёж. Все, он научился тоже это не реагировать на дуновение в жопу. После того, как стали ему градусник вставили в жопу. Два раза. Он теперь не боится ничего. Никакой заразы. Походу этот влог будет называться... Заебись на заебись на отъебись. И рифмуй весь день пранк. Челлендж. Да главное, чтобы было заебись. И на отъебись. Ёши, кто срет, блядь, там, где ест? Это что? Это говно. Ты уже срешь, не отходя от кассы. От корма, блядь. Иди говно убирай и штаны свои постирай. Чувак, это что такое? Мини-говно. Ну мини. Мини-говно? Да, есть, ну, есть большое говно, биг-говно. Биг-говно. Есть среднее говно, медиум. Есть мини-говно. Есть микро-какашки вообще. А огромное вообще есть вот такое? Это биг-биг-биг говно. Смотри, вот он недавно выставил, да, какашку вот такой длинный. Да, я не знаю, как он ее вырастил, там еще, блядь, это было. Смотри. Ниточка. Иди сюда. Ну у нас, прикинь, мне интересно, как у нас говно ходит по кишке? Оно вот прям вот идет или оно где-то там на поворотах стыкуется друг с другом? Вот как оно там? Ну, интересно, да. Может, он как паровоз, например, да? Вагончики. Соединяются, тык-тык-тык. Но если ты порционно ешь, они потом в маленькие такие, эти, микрокакашки, тык-тык-тык-тык, присоединяются, да? Да, точно. Были отдельные вагончики, стал один большой состав. А потом этот состав весь получается, хоп, ту-ту! Вот так, вот так.
И выезжает. Прикольно. Да. Из тоннеля. И видит свет в конце тоннеля. Интересно, а вот максимальный рекорд длины вот какашки вот у кого какой вот, интересно? Может, мы челлендж такой сделаем? Будем до хера есть. Угу. И у кого длиннее какашка получится, тот и выиграл. Давай. Прикольно, да? Давай этот снимем на мой канал. Да давай. Давай? Давай. Если люди подпишутся, мы такой снимем, устроим челлендж. Кто больше сожрет еды, кто больше наберет веса, и у кого длиннее будет говно. Но главный критерий будет самое длинное говно. Да. У кого еще такая работа, блядь, охуенная, разговаривать про говно? Помоги мне чай сделать, так сложно, блядь. Ёша, ты нахуя полотенце уронил? Блядь. Ты зачем вытащил его отсюда? Что, блин? Ты что, хуй? Ну что там подуть? Ну кто нападал? Ты нападал на меня? Ох, я тебе! Короче, папка ударил Лёша случайно. Ударил. Случайно стулом. Он прыгнул, блядь, об ножку. Ну, сейчас, это... Папка стоматолог. Ну, все нормально. Да, все равно они молочные, ничего страшного нет, даже если подожди, ты ударил. Подожди, а вдруг он что-нибудь погнул? Че погнул? Зубы. Тихо, Лёша, стой, блядь. Ну, что это такое? Это что, блядь? Это что такое? Нитка. Ты что, блядь, нитки в зубах застрял? Так все нормально, нет? Ну дай посмотреть, как я тебе... О, там что-то погнулось. Где? Вон с правой стороны. А, нет, показалось. Нет, нормально, все нормально. Да ладно, пошли, чай пить. Чай пить? Пусть бегает. Что такое чай пить? Чапить. Да пошли чапить. Пошли почапим. Весна пришла, весна, смотрите. Вон, все сразу ожили. Вон, Верка стоит, тоже разделась. Точнее, я ее раздел, вот забрал себе эту лазербишную косуху. Надо достать Сане лопату, потому что он сказал, мне нужна ржавая лопата. Зачем она ему нужна, непонятно. Так, он сказал, нужна ржавая. Ржавый так ржавый. Пока, каток. Ёша, ты чё насрал? Тебе не стыдно срать дома? Так, сегодня пойдем на рыбалку, блин. Да, я вот специально как рыбак оделся. Ну, я тоже. Здравствуйте. Чего, как жизнь, молодая? Нормально? Сезон начинаем. Все правильно, мы тоже. Здорово. Блин, ладно, на, вот. Видишь, я занят, блин. Снимать? Да. Говори все, что хочешь туда. Мы сезон начинаем катание. Вот, на. Я не хочу ее держать, мне страшно. Почему? Страшно, блядь? Да. Потому что там живут маленькие подписчики, и не только маленькие. На, ты что скажешь? Вон, ему дай. Да? На, дай свою руку. Ну-ка, блядь, разошлись нахуй, съебать, блядь, быстро все, блядь, пока при памяти. Ладно, не хотите ничего говорить? Я? Не надо ничего говорить. Устроили балаган. Я придумал новую рубрику. Я просто буду давать камеру всем. Вообще всем. Вот целый день буду давать камеру всем. Они пусть что хотят, туда и говорят. Контент пусть сам делается. Заебись на называется. А, это та же наша старая стратегия? Да. Привет. Сколько лет, а ты на одном и том же месте стоишь? Он не двигается же. Знаете, как дела? Блядь, а ты как обычно, где ты, блядь, берет еще ведь находит такие так вещи? Так ты тоже какой-то американец, блядь, кепочка у тебя новая, да? Вы че, как? Я так смотрю, ты хуйней занимаетесь, так всяк. Да. Ну а что еще делать? Веселяться, блядь. Можно сфоткаться? Можно. Привет. Здравствуйте. 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 Привет. Вы блогер, да? Нет. Нет? Ну, такие, значит, я просто не знаю. Начинающий. А-а-а. Снимаем потихоньку. Давай сфоткаем. Все, спасибо. Стопудово на видео снимал. Нет. Да. Нет. Вот. Фотки. Просто много. Ладно. Пришла весна, мы находимся в городе Набережные Челны. Самый лучший город на свете. Здесь дети лазят по грязным горкам. Самый лучший город на земле. Здесь люди кричат на своих детей постоянно. Потому что детей надо, на них надо кричать, их надо пи***ть, с ними надо пожестче, чтобы они выросли настоящими мужиками, как мы с Валерием. Спиногрызы, но... Потом много себе позволяю. Поэтому я себе никогда не заведу детей. Я тоже думаю, нахуй это надо все, да? Зачем? Но. Для чего? Ну, это как незнакомого человека на сервак звать. Ну да. Потому что ему не нравится эта игра. Ну. О! Привет. Здорово, Перес. Здорово. Привет. Здорово.
Вот, это, как... вот это нормальный бот. Ходим тут как Алла Пугачева с Киркоровым, да? Все такие, здравствуйте, здравствуйте, цветы нам дарят, да? Кто Киркоров, кто Алла Пугачева? Че, сейчас сегодня будем искать тебе тёлку, короче. Тебе тёлку мне не надо. Тебе тёлку. Для тех, кто не понял шутку, у нас в Татарстане есть такой головной убор, тебетейка называется. Вот и все. Может, ты с вами сфоткаться? Давай. Привет, Ханжо, Ютуб. Я в Ютубе. О. Введите блог, вы начинаете блогер. Давайте. Давай, что тут происходит? Вот, это такой мальчик, который играет в футбол. Так, ты себя снимаешь? А, я крутой. Меня зовут Никита. Мне 12 лет. Город Москва. А я Слава Мэрроу. Славик зовут? Да. Слава Мэрроу. А ты Алишер, получается, да? Я Алишер. Да. Короче, мы пошли в футбол играть. Открывайте калитку. Крюгер на ворота поставил. Сейчас будем пробивать тебя. Вот этого на ворота я поставлю, Славика. Так, нет, надо, чтобы один перец был в одной команде, другой Крюгер был в другой команде. Нихуя, мы с тобой всегда в одной команде. Ладно, тогда в одной. Я пиздюка на ворота ставим, мы сами. Короче, все, пацаны. Давай. Ааа, блядь! Блядь! Молодец, блядь! Пас, 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 пас! Сука, блядь, перед зубом. Да иди туда, блядь. В другую сторону. Да, блядь, охуенно. Хватит, 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 хватит. Да. Молодил. Я вратарь. Побегал, уже устал. Ой, блядь. Да ёб твою мать. Зря на ворот встал. Все, я устал, короче. Покурить надо. Они нас сделали как щенков. Что? Олимпиада 2004. На, сам скажи. Не, мне страшно. Пипец, у меня дыхалка просто офигела. У меня болит легкие. У меня тоже. Они прям болят. Они даже не промерзли, они просто болят. Прям вот. Охренеть, их прям зажало, как будто спазм. Чувак, а мы выживем? Я не знаю. Две минуты поиграем, блядь. Надо просто спортом заниматься, блядь, а не бухать. Че, слабо перейти через озеро, лужу? Смотрите, это бог Крюгер, он идет по воде и превращает воду в вино. Представители меньшинства пошли. Ну, я думаю, что когда на нас смотрят, тоже думают, что мы меньшинство. Ну, это они думают так. Это же их грязные мысли. А я точно знаю, что они из меньшинства, бля. У меня, бля, глаз наточен, хуй надрочен. Короче, я гуляла и встретила своих любимых блогеров. Вот я их просто обожаю. Зачем делать контент самому, если могут его делать подписчики? Да. Даю камеру 24 часа всем. 24 часа даю камеру всем подписчикам и не только. И посмотрим, что из этого получится. 24 часа даю всем подписчикам и не только. Но если ты девушка, тогда будет это прикольно. Что, мужик не может давать, что ли? Можешь, но никто не возьмет. Колбаску. Может. Чего это вдруг не... Ну так сними, я посмотрю на это. Сейчас, короче, попробую дать камеру первой попавшейся бабушке. Она не взяла. Или ты взял в жопу. Давай теперь ты. Да не хочу это, блядь, людей смущать. Зачем вторгаться в их личное пространство? Сука! От тебя научился? Так на, учись наоборот, откатывайся дальше. Да я собаку сниму лучше. Это чау-чау. Зачем ты снимаешь мою собаку? Ты знал, что у чао-чао мясо розовое, и их едят? Да. Они как из хрюшек были выведены. С хрюшками их. Так они похожи на свиней волосатых. Вот, они с хрюшками совмещены. Просто нос и другой сделали, более, ну, другой, короче. Да. Помнишь эту песню? Надь, я подарю тебе сердечко. Я не знаю песни. Сделай уйдите. Контента какой-нибудь, пожалуйста. Я не знаю, уйдите, пожалуйста. До нас, говорит, домогаются. Взрослые 30-летние мужики. Даю камеру 100 подписчикам. Во, прикольно? Да, прикольно. Контент нужен, девочка. Сними мне влог, пожалуйста. Блог. Кого, чего? Влог. Можешь ли снять блог какой-нибудь? Нет. Можете блог снять, пожалуйста? А за сколько ты блог? Ради интереса. За 23 или 5. Интересует?
У меня нет таких денег. Так ты сними блог, ты станешь блогером. Хорошо. Вот ты снимай, рассказывай, она пишет уже. Ты переверни на себя и расскажи что-нибудь. Да, вот сейчас на монетизации быстро бабки заработаешь. Мне пока не надо такую камеру. Чувство, ты вейп держишь. У меня тоже есть сейчас это. Бросай курить. Да? Это было плохо. Все, пока. Засмущали пацана. Даю камеру 100 рандомным людям. Что? Трахнул суку без гондона, челлендж. Саня вытаскивает вон из унитаза пакет, чтобы выкинуть его сзади. Давай, давай, давай. Вот это правильно, все. Ну можно посрать так тысяч. На, веди влог. Блог. Как? Рассказывай, я не знаю как. Мы же как-то снимаем видосы, так же снимай. Всем привет, я. Мы вдвоем хоккеисты. Да, хоккеисты. Подписывайтесь. Кто футболисты, то хоккеисты, да? Ну, у нас подписчики одни спортсмены. Да. С Нюсом не балуетесь? Нет уж, ты что? Да ладно. Да, серьезно? Серьезно. Зуб даешь? Все даю. Все даю. Хопа. Говори, ты же с Нюски дал. Ага, когда? Нет, он врет. Скажи, ты друган-то сдал? Давай вот снимем, кто его сдал. Тебя как зовут? Ильяс. Ильяс, а тебя зовут? Карим. Карим. Ильяс и Карим. Да. Надо знать своих героев в лицо. Да. Ильяс и Карим. Ну ладно, все, пацаны. По хоккейному. По хоккейскому? По шайбному. Можно сфоткать? Можно. 50 рублей. Серьезно? Да. На карту можешь перевести. Правда. Ну, 50 рублей. Давай, давай, давай. Можете держать? Мы как эти... И поддержать. Мы как в Питере эти, кони. Кони? Кони. Ну, да-да-да. Питерские поймут. Все, давайте. Пожалуйста. Пока. Ждем деньги на карту. Да, за 50 рублей мы можем приехать, в принципе, в любой город России, сфоткаться и все, да? И по городам так прокатимся. Что ты рич пьешь? Богатый, что ли? Или ич у тебя? Ич, 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 ич. Так вот яйца у тебя женщина возьмет, такая ич, ич, ич. Ананасовый сок. Ну, я понял, для чего ты взял. У тебя что-то есть? Самый вкусный ананас и усок. С продавщицы есть у тебя что-то вообще? Дурак. Первый раз такое, что они сюда пробрались. Нет, на самом деле второй. Эмиль фокусник еще пробрался один раз. Ага. Не знаю, как он это сделал, но он фокусник. Ой, ему можно. Они по-хорошему не понимают. Так, блядь, по-хорошему значит не понимаем. Можно нас спросить, когда новый раз? Мы не знаем сами. Все, давайте, валите отсюда, я еще по коленкам буду сейчас. Че, пойдем гулять? Гулять будем? А? Засранец маленький. Да. Сейчас лифт приедет, ёшка. Ой, радостный какой. Ой, радостный, да. Фу, нельзя. Пойдем. Пойдем. Ну ты че, нельзя. Не трогай. Фу. Убей. Пойдем. С ним очень сложно гулять. Первое время очень. Ему нравится все. У нас проблема. Он не идет. Точнее, не идет туда, куда мне надо. Пойдем. Ёшка, пойдем. Еще он пытается выбраться из ошейника, и у него один раз-то получилось, я вообще думал, он убежит, но он не убежал. Малыш, пойдем. Эй, ну пойдем, мальчик. Вот молодец, 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 ты умничка. Очень много говна на улице, прям слишком много. Офигеть. Просто одно говно. Страшно выпускать. Просто его первая прогулка, а тут говно. Жесть, Ёша. Это все твои собратья наделали. Ты в курсе? Короче, коршуну обучаем гулять. Мы-то в этом эксперты, а он пока начинающий. Он бегает, прыгает. Хорошо, интересно тебе дерьмо чужое? Ёша, ты должен стать профессионалом. Надо нассать на колесо. Так делают все профессиональные собаки. На колесо. Вот колесо, надо нассать на него. Правильно? Правильно же? Короче, я его выгуливаю, он меня выгуливает. А-а-а. Потому что как только я начинаю его хоть чуть-чуть тянуть, все, угу. Он да? Встает как вкопанный и пытается вырваться. Не холодно, блядь, в этом? Что это такое? Ты что, 18 градусов тепло на улице. А, ну да, блядь. Так-то 2, ну ладно, пусть будет 18. Нет, ты чего? У меня 18 показывает в этом на мониторе. Каком мониторе? 18-19. Ты, наверное, другую погоду города смотришь, блядь. Я Сочи не смотрю, какой-то. Говорю, на мониторе впереди здание на Цезаре. Не знаю, вранье какое-то. Плачешь, че тебе пиздец? Ну, черт, сука, пропал, блядь. Так вы с вами вообще не ходите без понтовок. Вы выпьете с вами. И вы потом, короче, ни трубки не берете, ничего, как будто, блядь, вы что-то должны, как будто вы назихерили что-то, короче. Нет, нет. А? Я же вообще болел конкретно. Давай отравился. Ну, тут только не пил. Ну, не вообще ничего. Ну-ка, иди сюда. Я на следующий день в саду.
Может, наоборот, страшно, короче. Ну, блядь, нет ничего. Наоборот, стоп, пожалуй, он девушку. Нет, давай. Ух! Ёша, давай Ёша. Я её закрою здесь. Ёша, Ёша. А что они? Утик Коршин. Утик Коршин. Утик Коршин. Утик Коршин. Утик Коршин. Ну, всё равно нормально. А что? Все, все, ладно, ладно. Я вообще блевал, блядь, весь день блевал, прикинь. На следующий день, да? Да. Это вот после той. Ну потому что, смотри, мы вот сколько пили, по сути, вместе, угу. Да? Ну. Я пришел домой с утра просто. Да что ты? Да пусть будет. Я, короче, я с утра просыпаюсь, думаю, бля, хуёбый, встал, жрать охота. Пошел, пожрал, думаю, блядь. Я вообще о еде думать не мог. Я, короче, просыпаюсь от того, что мне херово. Иду, блюю, короче. Меня аж до слез, у меня слезы текут. Я блюю, 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 блюю. Лег, чуть-чуть еще поспал часик, просыпаюсь, опять блюю, блюю. И весь день вот так вот было, короче. Вот это все мы выпьем. И что, ты думаешь, я отравился от джина? Да. Вот этого покупного, ну, да? Если бы, старик, если мы с тобой пили два дня мое, и все было всем заебись. Ну. От покупного. Ну, ты хочешь сказать, что это от моего отравления? Ну, нет, тут же дело еще может быть в количестве. Просто я когда блевал, я чувствовал именно самогон. Саша, хорошо, ладно, дело в количестве. Я старее тебя. Старее, да? Ну, у меня хуже фильтрует. Правильно? Угу. Хуже. Почему я с утра встал, пожрал? Угу. Вот если столько вот, если да вот вкусно оно пахнет, но если вкусно. Ты 3 литра вот выпьешь, вот потом ты уже никогда ее пить не будешь. Угу. Выпускай кракена. Упала. Да, Ёша ругается. Нифига себе. Да это что же про Мансон? Чё вы? Папа рядом потом постоит. Так, блядь, будет сейчас кто кого гонить будет. Ну, а проголодалась он по кнопке. Сейчас она съест, Ёша. Чего съели у нее там? Ёша, она проголодалась. Ёша, смотри, прижался и все. Он поссал. Ну, ладно, ладно, он все. Ух, как он. Чего она тебе? Дай стол и дай тебе. Ух, Алиска, хулиганка наша. Ты что такая огромная? Кто там Алиса? Где Алиса, Ёша? Нельзя, Алиса! Нельзя! Она попьет и потом нельзя, тобой Алиса. Закусит. Нельзя! Алиса, нельзя! Так, все, мы Ёше познакомились с Алисой. К нам присоединился Мячик, бородатый, красивый. Да, ищет невесту. Так что все девушки, пишите ему в Инстаграм. А? Сникерс. Что сникерс? Будете сникерс? Нет, тут спасибо. Нет, спасибо. Нет. Мы сладкое не едим уже, взрослые же. Что, в машину? Да. Едем на следующую точку. Что мы делать будем, я не знаю, но что-то мы будем делать. Да ты ух ты, блин, сильно. Да о. Нет, да что ты врешь, блядь, я вообще слабую сделал, блядь. Файт. Файт, блядь, здоровый такой, сука, здоровый. Блядь, вообще здоровый! Блядь, страшный такой еще, красный, блядь! Дьявол, плечо мне отбил, блядь! Александр Клюгер бьет Киану Ривза. Киану Ривз спасал. Смотри, что... руки, потрогай. Вон, потрогай. Сал только что, блядь, нахуй. Я сал этой рукой, нахуй. Сал, сал рукой, блядь. Обычно двумя, блядь, это суешь туда, а это достаешь, блядь. Нет, обычно вот это оттягиваешь, а вот это делаешь. А, я наоборот делаю. Ну ты значит левша. Зашли, короче, в Сашкину комнату. Как тут все изменилось. Все в пыли. Смотрите, компьютер, клавиатура. Офигеть. Можно рисовать просто. Смотрите. На клавиатуре можно рисовать. Ну, да, понадобится. Смотри просто, что у тебя здесь творится. Чувак, сейчас смотри, что сделаешь. Блендер. Блендер, блендер. Клюгер написал тебе. О, смотри, Клюгер. Офигеть. У тебя здесь, знаешь, как будто прошло миллион лет, мы в пещере, и типа на машине времени переместились, да, в пещеру. Да. Слушай, зря ты, конечно, его не накрыл. У тебя не белый, у тебя бежевый стал, смотри. Но, сеточка я слетела. Я забыл, не подумал, короче. Как ты мог не подумать? Я не знаю, чего. Ты прикинь, это вот компы в таком состоянии обычно через много лет бывают. Ну, много лет прошло, да. Но тебе надо будет его открыть, почистить и только потом запускать. Встретили девчонок, они захотели сфоткаться. Ой! Yes. Классно, спасибо. Пожалуйста. 16. Здорово. Здравствуйте, Валерка невесту ищет, если что. 18 будет, звоните пока, пока. Мне. А мы попадем в окно? Да, да. Пойдете. Ой, классно, спасибо.
Какие взрослые у нас подписчицы уже? Вообще, смотри, какие, да, выросли? Ну, я бы не сказал, что им 16. Ну. Постарше чуть-чуть. Ну, уже, в принципе, можно, да? С родителями перетереть. Возраст согласие. Да. Подписание договора на временное пользование. Ты видел сейчас новость, типа? Ну, типа, надо письменное согласие написать, типа, на секс. Если не будет этого согласия, то это тебя могут за изнасилование посадить. Нифига себе. Ну, типа, у нас хотят вести эту штуку. Не знаю, вели или ведут. Ходишь, бля, с бумагами, да? Такой в клуб пришел, у тебя там портфельчик такой. Разрешение на секс. Документики, да-да-да. Да. Подпишите, пожалуйста. У нас сегодня день паркура. Мы прыгаем с сальто. Давай, вперед. Можно с вами сфоткаться? Можно. После сальто. Нет. Окей. До сальто. Давай после. Может, да, давай. Опа, кто также сможет? Даю 500 рублей. А? Солнце светит туда, значит, нам фоткаться наоборот надо. Давай, да похуй. У тебя пол лица есть что? Снег забился в мои ноги. Гоги-гоги, это ноги. Пацан счастливый побежал хвастаться перед своей тёлкой. Он ей покажет с нами фотку, она ему даст. Это здорово. Мы помогаем всем. Всем пацанам делаем так, чтобы им девчонки давали. Да. Кому дают девчонки, знаете, это работа наша. Да давай делай, Валер, ты, блядь, 500 раз делал, давай делай. Ну давай с места могу. Ну вот с места, с перила сделай. Я буду твоим тренером, короче. Не, подожди, сейчас с места попробую. Смотри, главное ножками, это ручками ножки вот так вот, хоп, поджать. Потом ты провалишься, блядь. Не, все. О, прикинь, могу, все, научился, да? Ну-ка, давай. Ай, оу, прыгнул, сгруппировался. Ручками за ножки схватился, за коленки. Да, назад. Не вперед, блядь, назад. Во. Я про что говорю. Я могу на месте, говорю, только на месте. А всё. Вот так я не умею. Ну, блядь, надо с перил учиться. Давай еще в Инстаграм, потому что в Инстаграме настоящая жизнь идет. Почему ты до сих пор не подписан на Инстаграм? Там я делаю сальто для тебя. У тебя тут сок. Свежевыжатый? Да, иди, блядь, не хочу. Да у тебя там сок, блядь. У тебя желтое там, блядь. Тебе тёлки подходят, смотрят, там желтое, и уходят, блядь, куда-то дальше. Может, это сок свежевыжатый, а может, меня облизать когда-нибудь захотят. Ну да, конечно. Если ты девушка, и ты не захочешь при встрече меня слезать с меня сок свежевыжатый, то как бы... С другой стороны тоже. Пойдем отсюда, ноги уже в снегу мерзли. Че? Сними историю. В Инстаграм. Дорога по снегу нелегка. Надо выпить коньяка. Вот Ford Focus я дарю, короче, Валеркиной этой, бля. Кому? Да кому хочешь, тебе дарю, а ты кому хочешь подарить. Этой, Валерканой, этой сущности твоей, энергосущности. А, я думал, как, типа, девушке, там, сестре. Да какие девушки? Нет, ты говоришь, Валерканой этой, кому-то, типа. Говно, ты чуть не встал. Да тут вообще все говно. Вот это говно. Это тоже говно. Тут одно говно, вот говно. И вот это говно. Вот, это не листочки, это говно. На. Как дела? Нормально. Что снимать? Давай, веди влог. Себя снимать, что у нас поснимать? Здорово. Что делать? У нас челлендж, мы даем камеру 100 подписчикам. 100? Я сотый? Нет, ты пока еще хер пойми какой, потом посчитаем. Вот это Дамир. Вот это будет еще какой-то. Да. Это 101 получается. Что, где ваши тёлки? Снимай себя. Тёлки? Да, пошли тёлкам, пойдем? Пойдем. Дай я поснимаю. Себя снимай. Что там снимать? Короче, себя снимай. Мы встретили вот их, этих ребят. Вообще лютые. Это вообще даун какой-то. Да. Давайте. Вы что, так целый день ходите? Вам так в кайф? Да. Да, приходится. Работа такая. Да. Глазок такой на тебя смотрит. Там миллионы вот маленьких подписчиков вот там сидят. Да. Вы себе это в YouTube? Че? Выстави это в YouTube. Выставим, мы для этого камеру дали. Да? Вообще, да, давай, у нас иди, челлендж, да, интереснее было. Давайте, что? Расскажите, сколько лет? Мне самому 16 лет. 16? У тебя был уже первый раз? Ты не первый. Ну был, нет вообще или что? Ну... Это тайная информация, вот у него было два раза. С собаками. А у тебя с козой, да? Вот если бы я бы не чпокнул его маму 13 лет назад, он бы не родился. Да, он, блядь. Вот, короче, сейчас мы идем к своим, опарыши, там опарыши размножаются. А, тёлки, да, получается? Да. Скажи, типа, они еще все в бок попадут. Да, во, матуре. Да. Если наберет под этим видео 100 тысяч лайков, я его ударю в лицо камнем. Да. А, вот ты, кстати, в бок попадешь.
Ты тоже мог бы. Он вообще, короче, да, он полный опарыш. Он в натуре сутками долбится. И девчонкам дай камеру, пусть что-нибудь. А, на, на, поснимай. Она тиктокер, что самая активная. Она у нее косарь. Ты что, не показывай фотку камеру? А, стой. А можем припиарить кое-что? Да пиар, чувак, там лежал. Че? Сегодня можно твое. Мое, парыш. На проезд собираем. Че? У меня есть. Ай, дайте вот сюда, вот подписывайтесь, вот сюда. Там 14 подписчиков. Подписывайтесь. Не бросай пить, заебал. Что, я не пью. Он вообще чмо. Иди нахуй. Вот ты тоже. Я нормальный был. Да, вот он нормальный. Я заебатый пацан. Да, он тоже, ты чего не убил? Дай девчонку контент сделать, вон тиктокер. На, тиктокер, давай. Тиктокер, подписчики нужны, на, вот. Ай, дайте за... Если наберется 50 тысяч подписчиков, я эту камеру съем. Отвечаю, съем. Ну, надо будет встретиться потом еще раз тогда. Да. Да. Они наберутся по-любому. За камерой. Сколько? 500 тысяч? Давай, веди влог. 50 тысяч. Давай, тебе нужны подписчики или нет? Ну вот, тогда на, сделай влог, обворожись. Мы готовы чуть-чуть поделиться подписчиками. Чуть-чуть. 50 тысяч тебе надо подписчиков? Да. Ну вот расскажи что-нибудь интересное про себя. Нет. Про первый раз, например, что-нибудь такое. Первый раз еще не было. Первый раз не было. Вот у него был первый раз в сарае с козой. Он хотел подоить козу, а это козленок. И он опрыгнул на него, короче. Вот так его лишили девственности. Да? Да. Все. Бля, дай ты им камеру, не еби голову. Бля, почему они не снимают видосы? А хер его знает, такие нормально. Настоящие. Давай, говори, что? За камеру только умеешь, да? Нахуй, бля. Да? Чмо ебаный, бля. Приезжайте в Челны, бейте его, разрешаю. Че, а, можешь? Походу тут мы выжили все, что можно. Да? Короче, пацаны, спасибо, так надо камеру протереть. Подписчики связаны. Все. Блять, она не снимала нихуя. Че? Не снимала. Да шучу, шучу, все, все попали во влог, короче, все, молодцы. Ладно, все. Спасибо, давайте. Пока. Вам спасибо, пока. Все, гудбай. Можешь пофоткаться? Ну, давайте. Хоть тебе фоткаться. Да я бы, блядь, с ними бы остался, забухал бы. Вообще классно, да? Немножко подпитался, да, их энергия. Да, так, да, да, они молодые, потому что они такие, вот там надо с молодыми общаться. Да. Чтобы подпитаться, мы будем как вампиры старые, блядь. Не, я прям вообще старый какой-то. Да не старый ты, блядь. Ну кто хотя да, сможет, еще нормально, блядь. Я еще кто в форме. Кто так сможет, да, блядь, я еще в форме. А я смотрю, что у меня. В тренде, да. Я смотрю, что. Ба, офигенно, она прям да? Зеленая вылетела. Да? Ты узнал, привет, я хотел узнать. Привет, подписчики. Узнали ли его ребята? Без чего? Очков, наверное, нет. Давай заклинание какое-нибудь, новое, блядь. Новое, для чего им? Как им? На себя, ну, на вот себя. Так. Вот так, да? Да. Придумай заклинание. Абракадабра. Алла кодабра. Ладно. Подписутус лайкутус. Короче, да. Сегодня Гарри Поттер что-то... Подписутус лайкутус. Не в настроении сегодня, хорошо. Гарри Поттер, да? Да. Что у тебя случилось? Нормально все? Мы в детский мир зашли. Так. В ТЦ Омега. Да. Так вы же взрослые уже. Да просто ради прикола хотели зайти на игрушки посмотреть. Так. Вот зашли, там на первом этаже за нами какая-то тетка жирная ходила все время. Ага. Смотрела за ней вот так. Мы на второй этаж поднялись. Так. Там тоже тетка какая-то была, сидела. Вот. Ага. Мы хотели выйти. Она сразу такая, меня за куртку берет, хватает. Такая, ага. Типа, что взял, вот что взял. Падла. Да, вот. Че взял, че взял, че взял? Я такой, типа, а почему я что-то вам должен показывать? Типа, посмотрите хотя бы по камерам, что мы что-то взяли. Она тоже этого не хотела делать. Короче, она нас еле-еле как отпустила. Вот сука. Вот сука. Надо было ее заколдовать, на стол повесить. Давай, пока, удачи тебе. Пока, подписчики. Не встречай злых теток. Пока. Да, в Гренделе свернусь, как Зохан скрутил по чуваку. И повесит на стол. А нас фотка взять? Давай. Вот тебе, блин. О, да-да. Скинь мне. А с кем мы сфоткаемся, подожди. Так, пацаны, делаем контент. О. Я даю подписчикам, 100 подписчикам камеру, а вы должны что-нибудь сказать туда. На. Так. Все, что хотите, на, держи. Сделай влог. И подписываемся на телеграм мой. У меня нет телеграма. На подписку подарю свои очки вот эти. Нет, если вы найдете вот данного человека, вы найдете, он вам, знаете, вот это вот шнура даст. Вот бесплатно может дать шнур. Найдите вот этого. Вот его. Мы сейчас в Меге. Не подпишешься, пидором будешь. Контент делается сам. Мне даже ничего делать не надо. Короче, те девчонки, с которыми мы фоткали. Вот они. Сейчас. Ведут в Инстаграм. Саня их позвал домой ко мне. Да, к тебе. Ну я-то не пойду. Ну и
16. Дашка 16. Дашка... Точка 16, да. А сейчас Валерка подружится. Вот тут Дашка, а это Адельчик. Я рада, что вы увиделись, потому что я вас давно видела, но я боялась подойти и постеснялась там, короче. Мы сфоткались, я безумно рада. Сейчас напишу тоже, мы тоже рады. На, держи камеру, давай рассказывай, бля, чем ты занимаешься? Хоккеем. Сколько у тебя тела? Да я понял, по клюшке твоей. Это выдалит говно. Да? Ну-ка, пошли. Ну, какая хорошенькая. Снимай его теперь. Опа! Чувак, это не лопата, это... Подожди, вот же, бычок. Пошел. Один уже словил бычок. Чик-чик-чик-чик. Хопа! Этот упал и так в лужу вот эту. Херо Магира. Давай еще раз. Давай для кадра, что ты? Давай. Хопа! Хера Магира. Так-то можно заебись, да? Сколько стоит? А это выдали. Не, можете забрать. Это выдали? Нам выдали, да. Может, отдашь? Нет. А что, выдали? А у меня клюшка сломалась, вот выдали. Ну это же говно, ты говоришь. Не говно. Ты пойди себе купить нормально. Вот же, что там, челны. Качелны. Смотри, как он. Верни пацанам бюджетную клюшку, блин, ё-моё. Фу, блин. Хочете, покажу, как кит плюется? Нам пришел новый подписчик. Он нам передает свою молодую энергию. Чувак, тебе скупили? Нет, 13. Ну, нормально. Спасибо. Пожалуйста. Будешь влог вести? Блог. А, зачем? Не знаю, просто. Может, ты хочешь блогером стать? Нет, ничего. Не хочешь? А что? А с кем ты хочешь стать? Я водителем КамАЗа? Спортсменом? Да. Хоккеистом? Да. Серьезно? Да. Здорово, молодец. Похвально. Жму твою лапу. Давай. Пока. Привет, я встретил Перси Клюгера, и я счастлив. Круто. Мама, я в Ютубе. Все? Да. Это, молодцы. Это вы воруете у А4 контент? Нет, он у нас ворует. А, он у вас, да? Да. У меня камера. Спасибо. Пожалуйста. Тихо. Давай. Можно? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Комар Валерий говорит вам, подпишись. Быстро подпишись. Тебе совсем не сложно нажать на колокольчик. Тебе совсем не сложно мой инстаграм найти, ведь он по ссылке в описании лежит. А комар жужжит.